Що? А ведь я не з твоєї стаї і не обязан перед тобою отчитываться. Тебе гордый. Я ведь давно уже стаю. Не подрывай мой авторитет. Я сделаю тебя своей правой лапой. Чёрт, ты же знаешь, я не люблю стаю. Но если хочешь, расскажу. Сегодня у себя в коробке я нашел золотое колечко. Золотое? Да. Оно так блестело и переливалось на солнце. Я понюхал его и сразу понял, что его носил хороший человек. Только непонятно, зачем он положил его в наш обран. Хороших людей не бывает. Да, хороших людей не бывает. Да если бы люди были хорошими, то обязательно нашлось бы место в стране собачьей мечты. В стране, где всегда хорошо, тепло и сыто. И у каждой собаки есть свой дом. И каждый вечер в нем появляется мясо. А еще лучше. Кусочек сахара. Мы ищем эту страну. Она находится за волшебной дверькой. Дверька маленькая-маленькая, но если ее найти и ткнуться носом, то она сразу станет большой, что пролезет любая собака. За дверкой совсем другая жизнь. Там всегда много дичи и вкусной еды. Кругом поле и леса, а хозяйничает одни собаки. Мы каждый вечер ищем нашу дверку. Вечером во враге нет шума, и он наполняется разными запахами. Вот там проковырял кот, а здесь играли дети. А тут пропрыгал маленький мячик. Среди этих запахов мы обязательно найдем волшебную дверь. Обязательно найдем. Поиск дверки – это самое волнующее и самое захватывающее дело собак. Когда на небе появляется первая звездочка, а округ дня сходит на нет, мы собираемся для ночного дозора. И легкой тенью мы скользим мимо спящих домов. Ночной дозор – торжественный час для собак. Ночью на дне оврага, как в волшебной стране, над тобой огромное небо в голубых крупинках и большое круглое зеркало. В это зеркало можно смотреть без конца. Ты видишь в нем что-то знакомое, но такое далекое. Человек. Он делает.